Всем привет, рада видеть вас на своем канале, надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, ну что, посмотрела я очередную серию на канале «Доброе дело». Сегодня снова нам показывали про бабу Галю, показали сегодня ее помощниц. Я, конечно, в шоке, и сегодня именно Лена мне почему-то напомнила Инну. Прямо вот и руками машет, прям и разговор такой же. Ну, мне показалось, что она тоже под шофе сегодня. И, в общем, она вот рассказывала про то, что баба Галя отдает практически всю еду котам и собакам. И тот момент, да, я уже как-то обсуждала, что она несет колбасу, покупает ее, и она ее отдает животным. И, в общем, Лена говорит, предлагала ей сварить сардельки, покормить ее сардельками. Она сказала, не надо, что это она отдаст животным. Ну, вот так вот у нее. Поэтому и продукты у нее улетали. Поэтому она, наверное, накупала этих продуктов. И колбасы всяко разной. И все отдавала животным. Ну, и еще Лена там жаловалась, что задолбала ее баба Галя этой манкой. Слушайте, ну я уже в шоке. Ну уже сколько можно мусолить серии эту манку, в конце концов? В следующей серии нам, наверное, в конце концов уже, может, покажут, что она ест манку. И прям уже напрягает все это, в конце концов. Каждая серия манка. Сегодня уже нам якобы показали, что мальчики рассчитались с Леной, якобы ей заплатили, ну и 100 рублей дали на молоко и на манку, ну а на масло почему не дали. И я, если честно, там не разглядывала и не рассмотрела, что они там дали ей, что они там заплатили. Ну и историю ту она рассказывала про то, как баба Галя пряталась у соседки, а я как увидела еще эту соседку в шоке. В общем, помощницы там мама не горюй, обе одинаковые, и как они там ей помогают, я не знаю. Ну и мальчики опять же привезли горячие еды, якобы горячие со столовой, пришли в будку к бабе Гале, баба Галя недовольная, ждет, видимо, полдня кипятка, и опять там у нее бардак, потому что она кормила там котиков и собачек, хотя там и желтые разводы, и, по-моему, даже те же самые разводы, которые были и в прошлый раз, не убирались. Там Андрей передал какое-то моющее для посуды, хотя лучше бы передал моющее для полов, какую-то дезинфекцию. И опять эти вопросы. Чесотка, чешешься. У Лены уже какие-то новые рецепты лекарств, какие должны купить. Все подешевле. В общем, баба Галя, видно, что недовольна она Леной, потому что она возмущается, говорит, что когда Лена напьется, то ей все по барабану. Ну и опять же этот вопрос с баней, что баба Галя опять, что тебе якобы надо помыться. Ну, сколько можно эти вопросы задавать и эти предложения делать ей с тем, что бабе Гале надо помыться? Ну почему раз, два и не решить этот вопрос? Просто завести ее в Дом Милосердия и помыть. А то, баба Галя, ну надо, чтобы сходила, вот сходи в Дом Милосердия. А вы вообще видите, что она сидит и она никуда не выходит. Нет бы ее отвезти туда. Нет, баба Галя, надо вот пойти, сходить, помыться. Она, ну, знаете, в общем, как обычно, да, такое вот пустое видео, ни о чем. И когда уже Лена начала там говорить, что там то надо, там то можно, то нельзя ей. И, в общем, то блины она просит, там эта вторая соседка появилась, она ничем не лучше Лены, она, по-моему, вообще никакая. Ну, а что они сейчас все бегут к мальчикам с надеждой, что им что-то перепадет. И начинает вот там, что и муки, то блинчиков надо, то, на что Андрей сказал, что если что, звоните, мы привезем продукты. А почему не поехать в магазин, ну, потратить ту 1000 рублей, купить там и масло, и муки, и пусть даже тех сарделек, и, может быть, курицу какую-то для бульона. Почему сразу не закупиться продуктами и не дать их Лене? Ну, вообще-то еще, да, такой вариант есть, что они просто, возможно, побаиваются, потому что, ну, по Лене видно, что она выпивающая, по той Оле еще больше видно, что она вообще никакая, Лена
Лена говорит, что да, типа, они выпивают. Ну, Лена как будто сама не выпивает, она так отзывается, что прямо, знаете, аж смешно. Поэтому они, возможно, и продуктами сразу и не закупались. Но няньки из них, я вам скажу, на мой взгляд, никудышние. Все равно бабе Гале нужен нормальный уход. Опять же, этот момент, где Андрей сказал: «Дима, сними». Сними поближе якобы вот это, знаете, бардак вот этот вот на полу. Ну, опять же, надо же выставить все на посмешище. Хотя Лена сказала, что у нее, возможно, не то что-то с головой. Потому что по ней видно, что вот она такая вот странная. Но мальчикам проще человека с проблемами снять и выставить снова на посмешище. Дальше про лекарство баба Галя сказала, что вы мне принесите его домой, чтобы у меня было и я сама пила. Потому что якобы лекарство у Лены, баба Галя боится, чтобы они его сами там не съели, не выпили. Ну, наверное, знает, что там находится в составе вино, а может и не знает. И тот момент еще какой-то, да, что-то Андрей сказал, что-то там по поводу бабе Галиной собаки, что-то то ли умерла, то ли что, то ли мне послышалось. Кстати, напишите, тот момент, когда они шли в будку к бабе Гале, он что-то сказал и куда-то указал по поводу собаки. Ну, щенок же бабе Галину Сергея, а собака там вроде бы и около будки и была. В общем, как-то мне это стало не по себе и непонятно. Опять же, ничего мы особо доброго не увидели, кроме того, как пообсуждали мальчики бабу Галю вместе с Леной, перемыли ей косточки, как она задолбала, как задолбала она с манной кашей. Переложили опять все проблемы на Лену и на Олю, но мы видели этих девочек. Какие же крутые девочки и, наверное, будут супер какие исполнительные. Ну, привезли еще горячего и обсудили о том, что бабе Гале никто и ничего не обязан. Это в каком смысле никто ничего не обязан? Еще как обязаны. Зачем тогда ее снимаете на видео, мальчики, а? Зачем? Потому что вам нужны деньги, вам нужен контент. Тогда и помогайте по-настоящему ей, а то не обязаны. Я вас умоляю, прям вот не обязаны. Ну и еще, когда уезжали, девочки сказали, что бабе Гале нужен домик, и Андрей сказал, что поищите девочке ей домик. То бишь, еще одну проблему повесили на плечи девочек. В общем, ребят, у меня все. Если я что пропустила, напомните, пожалуйста, мне. Пишите свои комментарии, пишите свое мнение. Также не забывайте ставить лайк. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал. И всем прекраснейшего настроения, всем добра, позитива, улыбок. Ну и главное, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Берегите себя и своих близких. Обнимаю каждого. Всем пока, мои хорошие.